Всем привет! Хотелось бы поговорить о такой вещи, как EDC набор в 2020 году. Точнее сказать, в начале марта. Раньше я думал, что это там миниатюрный какой-то кошелек, типа картхолдера, какой-то там минимальный набор инструментов в мультитуле, либо же в каком-нибудь швейцарском ноже. Но, как выяснилось, это не так. Давно ли вы смотрели на свой EDC набор? Вот в этом году суть всего EDC набора кардинально поменялась. Ну, во-первых, хотелось бы отметить такую вещь, как мобильный телефон. Неотъемлемая часть с NFC, который заменил нам в основном кошелек. Мини-компьютер. Мини-КПК какой-то. Но, тем не менее, это имеет место быть. Обычный мобильный телефон, который нам нужно периодически заряжать. И лучше, если это будет быстрая зарядка. Ну и, соответственно, кабель, который ее поддерживает. Следующий, это вот такой вот чехольчик, в котором находится вот такой вот кирпичик, который позволяет заряжать наш смартфон минимум 7 раз. Вот. Очень хорошего качества Powerbank, который нам пригодится. Далее, как говорится, по списку. Из носимой электроники, которую можно причислить к EDC, мы можем добавить селфи-палку, она же трипод. Тренога от Xiaomi. Почему я ее называю носимой электроникой? Потому что у нее есть Bluetooth кнопка, которую необходимо периодически заряжать. Далее у нас пойдет такая неотъемлемая вещь, как камера, на которую я сейчас снимаю, которую я, в принципе, ношу с собой каждый день. Часы, которые отображают погоду, сколько шагов я прошел, сообщения, ну и всячески помогают ответить на звонок, дублируя его вибрацией, которые не нужно заряжать в районе 45 дней. Вот. Хороший набор получается. А у вас какой набор выходит? Ну и вишенкой на торте, неотъемлемой частью 2020 года, марта месяца, является маска, которая многоразовая, которую можно ополоснуть, пройтись спиртом, продезинфицировать и пользоваться дальше, которая якобы должна нас уберечь от пресловутого коронавируса. Вот такая вот электроника. А вовсе не нож, не огниво, не какие-то там цепи, которые помогут нам выжить в дикой природе большого города. Вот. Вот такие вот гаджеты. Но это еще не все. Вот еще один гаджет, без которого я как бы никуда не выхожу, у которого есть замечательный блочок жесткого диска, два кабеля под Type-C, Type-C и Type-C USB, который я могу подключить и напрямую и к компьютеру, и к телефону, и к супер навороченному последнему какому-нибудь лэптопу, либо же моноблоку. Вот это вот все я ношу с собой каждый день. И это все есть на моем канале в описании. Можете посмотреть. Это все называется EDC 2020 года. А не то, что мы привыкли считать EDC и какими-то там атрибутами бушкрафта в городских условиях. Так что как-то так. Задумайтесь еще над тем, что
У меня нет электронной курилки, которая могла бы быть. У меня нет наушников, Bluetooth наушников. Но у меня есть обычные. Вот. Обычные тапсишные наушники. Как бы. Они занимают меньше места, чем Bluetooth наушники, которые нужно заряжать периодически. И плюс еще ко всему вот этому вот, вышеперечисленному, я мог бы с собой носить еще какую-нибудь электронику. Ну, как-то так. Вот такой вот наборчик. EDC-шный 2020 года.